О, Марьям проснулась. Сейчас идем, будем поздравлять. С днем тебя поздравляю, с днем рождения, лапочка моя. Мама уже, видишь, песню спела. Доброе утро, доченька. С днем рождения тебя поздравляю. Спасибо. Вот, мы вечером украшали, Марьям не знает, но как тебе? А? Все нравится? Мы идем, ты же сама знаешь куда, да? Развлекательный центр. Там будут тебя ждать остальные подарки. А здесь это основной подарок, который ты очень сильно хотела. Как ты думаешь, это какой? Пингвин. Нет, не пингвин, это основной подарок. Основной подарок, да. Можешь открывать. А вот смотри. Открывай. Сначала ты можешь открывать. Открывай. Марьям просто очень хотела этого пингвина. Я говорю, давай я тебе куплю на Новый год. Она говорит, нет, нет, я хочу сейчас. Ой, какой милашка. Милашка. Это было сейчас можно? Ну, конечно. Разрывай его прям. Разрывай, разрывай. Ну, конечно. Да, рви. Рви, рви. За один вопрос. Окей. Вот этот набор Марьям, который она очень сильно хотела. Это натуральный, настоящий набор для наращивания ногтей. Посмотрите. Ну-ка, дай посмотрю, что там. Я уже забыла. А, это уже лаки. Это такие, видите, с блесточками лаки. Когда она будет ногти делать. Но это не себе она будет делать ногти. Я сейчас вам все покажу. Да, это для волос. Ты сегодня будешь себе бриллиантики можно делать. Можно. Маша, посмотрим. Да, это такие там с бриллиантиками, видишь? Вот такие вот бриллиантики разных цветов. Вот розовые. Это на волосы делать себе. Будешь сегодня прическу себе делать красивую. Ты же именинница. Да, посмотрите, посмотрите, это какое произведение. Смотрите, это ноготь, и вот на этот ноготь будет она наращивать. Классный. Классный. Видите, чего там только нет? И пилочки, и какие-то кисточки. Сначала распилить, да. И распилить, а потом дай мне. Ой, не надо мои ногти пилить, они у меня и так уже готовы. Сейчас будем делать обзор. А теперь я думаю, зачем мне куда-то ходить? Мне Марьям будет делать ногти. Да, Марьям? Да. Я так понимаю, что Марьям еще будет очень долго сейчас с этими ногтями возиться. Потому что она мечтала давно. Но ты же понимаешь, это не себе надо клеить. Приготовление к дню рождения. Ну-ка, Марьям будет делать бриллиантики. Сейчас ждем своих гостей. Да, вот мы уже выставили наш тортик красивый. Ждем, пока наши гости придут. Должны с минуты на минуту все прийти. Да. И вот такая красивая, вся в красном. Ей захотелось такой костюмчик. Она ждет своих гостей. Сейчас мы встречаем. Вот идет Милана. Это школьная, да, подружка? Еще одна будет школьная. Еще одна будет, да, школьная. Можно? Пришла подружка Марьям. Маточка, поздравить. Еще одна подружка. Девочки побегали на батуте. Пришла еще одна подружка Яна. Она ищет Марьям, не может найти.
Давай, Кристина. Ух ты. Марьям, давай. Милана пошла. Молодцы, ты уже ползешь. Уже ползешь. Уже устали, бедные. Провалились? Так вы с того бога не работаете на сусе? Да. Сейчас девочки покушают, потом будут, потом будем кушать торт и задувать свечи, Марьям будет. Марьям, у тебя есть желание, Марьям? Есть? Я как слон. Ты как слоны. Девочкам принесли кушать, они дождались, проголодались. Ну, девочки, будем сейчас песенку петь для нашей именинницы. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Марьям, поздравляем тебя. С днем рождения, моя хорошая, счастья, здоровья тебе, любви. Ура! Свечечку задуть и загадать желание. Загадала? Давай, загадывай. Ура! С днем рождения! Раз, два, три! Марья помогает Яне крутиться быстрее. И Кристине. Кристина вообще закрутилась. Оп, стоп, молодцы. Так, победила, получается, Кристина. Значит, ваша команда прячется, а вы ищете. Да. Так, давайте, поворачиваемся. Да, поворачиваемся. До 50. Девочки, ищем. Как вы думаете, куда они могли спрятаться? Нашли, как быстро, Злату нашли. Нашли, Злата обиделась. Яну тоже нашли. Так, вы всех нашли? Молодцы, так быстро. Так, считайте, начинаем считать.
девочки считают. Я пойду посмотрю, куда спрятались девочки другие. Так, найдут ли девочки так быстро, как их нашли Марьям и Милана? Ну, пока не найдете. А, девочки, по-моему, быстро тоже нашли их. Ну, они спрятались в эту трубу. Их еще. Они продолжают искать, не нашли. Девочки не могут разделить, кому достанется еще два лишних. Что там, скорпиончика сладких? У меня такой крабик. У тебя крабик, да? Да. Вкусный? А у меня динозавр. Ой, какой он красивый. Почему? Так нет проигравших. У вас уже у всех есть вон сладости. Не, вот эти я не найду их. Нет, это на розыгрыш. А мы спрячем где-то. А кто-то обязательно его найдет. Окружение вашего да. Будет искать. Кто найдет, тот и победил. Я так и сразу найду. Тайком надо кушать, да? Не найду. Яна, как всегда, ох, ох, не найду. Все найдешь. Все найдешь. Я жертву, я тебе свою сладость отдаю розыгрыш. А, все, молодец. И что получается? И зачем тогда вам что-то делать? Тогда давайте разбирайте и кушайте без розыгрыша. Ну, понятно. Ну, давайте. Так, девочки, я спрятала сладости, а девочки ищут. Марьям была очень близка. Очень близка. Девочки не видят. Да. А, ну, чуть-чуть. У тебя холодно. Холодно, холодно, холодно. Холодно это хорошо? Нет, холодно это плохо. Это значит далеко. А горячо это близко. Теплее, теплее. Теплее, теплее. Девочки. Нашла. Кристина нашла. Предложили играть такую игру. О! Паузы чайс или пол это лава? Девочки пока делают эксперимент. А пол это лава играем. Давай. Не наступаем на пол, поняли? Ой! Так, игра начиналась? Началась? Да. Все. Нельзя наступать на пол. Нельзя наступать на пол. Начинаем. Раз, два. Три. Начали. Давай. Так. 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 Молодец. Кристины тоже получается. У Миланы хорошо получается. Пол, мама. Яна. Это не пол. Это не пол. Нет, это не пол у тебя. Можешь залезать на сетку. Держись, держись. Держись. Это моя. Возьми такую штуку, чтобы она могла пройти. Так, Яна, давай я тебе помогу. Помогу. Вот, смотри. Давай сюда. Наступай. А, Яна нашла другое решение. Марьям, ты куда плывешь? Никуда. Отлично, молодцы. Так, девочки, отлично, отлично. Это не пол, да? Это не пол, нет, Яна.
все хорошо. Так. О, Каролина тебе помогает. Молодец. Помоги мне, Каролина. И унесла. И унесла. Молодец. Так, Яна, давай. Милана. Ты как паучок. Так. Все получится, молодец. Так, что там дальше у тебя? Так. Отлично. Так, за ней пошла Марьям. Марьям чуть не провалилась. Светку. Ну, у вас крутые носки. Скользячие. Так, правильно. Молодец. Яна пошла. Так, Яна, давай. Марьям решила куда-то побежать. Наступила? Но ничего, ничего. Я не видела. Раз не видела, значит, не считается. Так. А что надо сделать? Не прийти? Да. Надо обратно к Милане попасть вам. Сейчас я тебе помогу. Сейчас я тебе помогу. Держи. Не надо мне помогать. Не надо помогать, хорошо. Давай, ты должна до Миланы добежать. Да. Ой. Девочки вон уже делают какие выкрутасы. Молодец. Молодцы, молодцы. А ты куда ползешь?